Которая посвящена женщинам. Перед этим открылась не менее замечательная выставка преподавателей Красноярского художественного института. Я думаю, что это тоже такой большой подарок
весенний подарок всем нашим дорогим женщинам. И мы, конечно, не могли остаться в стороне. Виктор Рогачев выбрал самое лучшее время для своей выставки. Именно в преддверии праздника, с которым хочется поздравить всех наших замечательных женщин. Тем более, что это не просто один радостный день. Это целых 4 дня, в течение которых мы можем с утра и до вечера поздравлять самую лучшую половину человечества. И выставка эта, я думаю, безусловно, такой от всей широкой души мастера подарок не просто всем нам, а в первую очередь, конечно, женщинам. Я не думаю, что кто-то может сказать там какие-то слова просто. Тем более, что эта выставка, на мой взгляд, такое одно из самых ярких и праздничных событий в жизни нашей Академии. И я уже много раз говорил, что Академия, конечно, не делает каких-то проходных выставок, не делает выставок ради того, чтобы были заняты наши помещения. Каждая выставка – это настоящий подарок. Каждая выставка – это настоящее такое яркое событие в нашей жизни. К сожалению, сегодня на нашем открытии нет руководителя отделения Урал-Сибирь Дальнего Востока Анатолия Павловича Левитина, но он просил передать огромный привет и автору, и огромный привет всем тем, кто пришел сегодня на наше открытие. Я думаю, что деятельность нашей Академии – это, конечно же, большой настоящий праздник, который не прекращается ни на минуту. Каждая выставка, она несет в себе какой-то настоящий большой заряд радости, заряд энергии, заряд вот какого-то такого позитива, от которого действительно хочется жить и радоваться. И я бы хотел, чтобы несколько слов сказали наши мэтры. В первую очередь, Германцев Вадимович Паштов, руководитель творческой мастерской графики, действительно член Российской Академии Художеств. Германцев Вадимович, пожалуйста, вам слово. Я так подумал, что сейчас начнут титулы называть туда-сюда, это и затянет. Так, сегодня действительно одно из таких мероприятий, которые мы обычно делаем, это действительно выпускники творческих мастерских Российской Академии Художеств. И вот такая вот обширная и интересная выставка из выпускников мастерской графики. И сегодня это очень важно, потому что действительно графика, она не очень-то в почете в народе. В народе в почет это живопись и все остальное, кроме графики. И вот графика начинает как бы оживать. И вот сегодня вот мы видим выпускника мастерской графики. Но чтобы стать живописцем, надо закончить мастерскую графику. Так поступали и Попков, так поступали многие известные и наши художники, и зарубежные. Поэтому в этом ничего удивительного нет. И я хочу искренне поздравить Виктора. Я с ним уже разговаривал, мы сидели, обсуждали эту выставку. Но мне хочется сказать то, что он приобрел в живописи не просто повторение чего-то, кого-то, а он приобрел свой язык, свое понимание. Кому-то нравится, кому-то не нравится, это другой вопрос. Но то, что Виктора Рогачева с другими не спутаешь, это уже точно. Вот. Поэтому, когда человек начинает уметь ходить, а потом еще начинает говорить своим языком, это очень важно. И вот сегодня Виктор говорит своим языком. Вот он, правда, графику совсем мало показал, а форты не показал. Но, тем не менее, то, что он рисунки тут показывает, они созвучны с его живописью. И сегодня же мы открывали выставку его же тоже учителя. Это Михаила Федоровича Гладунова. Столетие.
И вот это вот все перекликается, и все это в один день, и это очень здорово. По толпу. Да вообще я говорю и так. Поэтому мне хочется поздравить и всех присутствующих, поздравить и студентов наших, студентов. У нас тоже вот, мы работаем в одной мастерской, вот, и в одном институте. И вот надеюсь, что наш институт примет активное участие в обсуждении этой выставки. И будем проводить здесь встречи с художником, с автором. Это не так часто у нас удается. Вот. Но, Виктор, поздравляю тебя. Я, безусловно, согласен с Германом Сафадиновичем, то, что Виктор Рогачев – это художник со своим сформировавшимся творческим имиджем, своим лицом. Естественно, что его, безусловно, невозможно спутать ни с каким другим художником. Это замечательно. И согласен то, что вот как творческая личность он совершенно свободно владеет материалом и живописным, и графическим. Может, он немножко постеснялся, не стал занимать два этажа. Он сделал сознательно какой-то вот свой творческий отбор на его взгляд, наверное, самый такой для него ценный. Это для нас большая радость. Но я не согласен с Германом Сафадиновичем, то, что графика является каким-то второстепенным, может быть, видом искусства. Нет, конечно. Совершенно очевидно, что в последние годы графика как раз занимает такие позиции на выставках, в больших проектах, которые невозможно не заметить. И не только здесь, и в том числе и в дружественном нам пока что Китае. И Герман Сафадинович, вы не сможете со мной поспорить. Это благодаря тому, что графика, нет, Китай просто это может как мерка такая для того, чтобы мы тоже понимали, что это не то, что равноценный вид и жанр искусства. Это графика – основа искусства. Правильно. Без умения рисовать, без графики, все остальные виды, они, естественно, не могут добиться таких высот в творчестве. Прежде чем предоставить слово следующему, мне хотелось бы вручить диплом Российской академии художеств Рогачеву Виктору Ивановичу за высокий профессионализм, плодотворную творческую и педагогическую деятельность. И произведения представлены персональной выставке в залах регионального отделения Урал-Сибири и Дальний Восток Российской академии художеств. Это удивительно, когда художник имеет возможность не просто радовать нас своими творческими произведениями. Это, наверное, основная часть жизни настоящего большого художника. Но когда он еще и своими навыками, своим опытом делится с молодым поколением, я имею в виду педагогическую деятельность, это, конечно, очень дорого стоит. И вот этот ряд выставок, о которых я сказал сегодня, конечно, в первую очередь, это показатель для студентов, это показатель для тех, кому Виктор Рогачев передает свои основы мастерства. И я бы хотел предоставить слово исполняющему обязанности ректора Красноярского художественного института. Сергей Владимирович, пожалуйста, вам слово. Пожалуйста, внести следующему кафедру графики Валентин Павлович Теплов. В первую очередь, я тоже громко говорю. Дело в том, что мне тоже хотелось согласиться с Сергеем Евгеньевичем, что у нас последняя неделя удалась достаточно плодотворная для Красноярского государственного художественного института. Переводя на современный жаргон, Красноярский художественный институт жгет, да? Нормально, то есть у нас как одна выставка, вторая выставка, третья. А на самом деле я хочу поздравить своего коллегу Владимира Ивановича Рогачева, поскольку мы вот из этого гнезда, что называется, Академия художеств, вышли примерно в одно время. То есть для нас это действительно гнездо, потому что плюс-минус два года он чуть-чуть постарше защищался, чуть-чуть помладше. Но вот эти моменты, эти
годы, которые проведены здесь были, они настолько были действительно дорогого стоили. Во-первых, это была творческая атмосфера, во-вторых, это был выставочный зал. И в-третьих, мы здесь все почувствовали вот то внимание профессионалов, которые с нами работали, и которые выводили нас на хорошую такую профессиональную как бы орбиту, с которой, то есть, давали нам такой хороший старт для того, чтобы творчески реализоваться. И после того, когда мы заканчивали уже академию, тогда уже не вопрос не стоял, что делать. Да, уже понятно было, то есть мы для себя определились. Я его хочу поздравить, что здесь была наша выпускная выставка, и для каждого из нас, для каждого выпускника, вот эта выставка персональная в этих стенах, это дорогого стоит. Я его хочу поздравить с этой выставкой, поскольку эти стены, они вот как раз должны выдерживать только профессиональный уровень. Этот профессиональный он выдерживает, и как в свое время Лена Юрьевна Худоногова на своих лекциях, когда мы учились, еще были студенты, она говорила, что значит художник? Художник — это не значит, что живописец, график, это разделилось, по секциям разделилось советское искусство. На самом деле, Врубель, он кто был? Живописец, график, декоративно и художник декоративно-прикладного искусства, керамист, или кто он был? Вот это дорогого стоит. И на сегодняшний день, действительно, может быть, графика, которая занимается пластическим искусством и сохранила вот эти традиции, чтобы работа над формой была основной. То есть неважно, чем ты занимаешься, живописью, графикой там, и другим видом декоративно-прикладного искусства, не суть важно. Главное, чтобы был свой творческий язык, чтобы было образное как бы решение той темы, которую ты заявил, и профессионализм в том материале, который ты выбрал. Владимир Иванович. Ой, Виктор Николаевич. Сегодня повезло, у нас просто на кафедре Владимир Иванович сегодня день рождения. Виктор Иванович, сегодня двойной праздник, он еще получился сегодня именинник по выставке. Я добавлю два слова. Я просто говорить еще не буду особенно, потому что мы каждый день общаемся и знаем то, что занимается, чем он делает. Но я, знаете, что хочу сказать, что Виктор Иванович в своем творчестве сумел аккумулировать в своем творчестве и народное прикладное искусство, и живопись, и графику. Самое ценное в нем то, что корни его, не знаю, там мордовские корни или какие, вот мы стоим на фоне этого панно, он очень тонко соединил все эти вещи, понимаете? В основе лежит графика. Но живопись, если вы прикладное искусство любой национальности, вот мы жили в Каракалпаке, там абсолютно удивительная живопись, акбаскуры, ковры и прочие вещи. И у Виктора Ивановича это перешло и в станковую живопись, и в станковую графику. То есть это самое ценное, что может быть у художника, когда он базирует свое творчество на корнях, народных таких, в хорошем смысле. Поэтому я тебя поздравляю. Больше не знаю, что тебе сказать. Праздничные дни обусловило то, что не сумела к нам на открытие этой замечательной выставки прийти наш министр культуры. Но я бы хотел попросить сказать несколько слов руководителя отдела искусств по работе со всеми нашими творческими организациями. Зацепина Виталия Сергеевича, пожалуйста. Добрый вечер, дорогие уважаемые гости, уважаемые авторы сегодняшнего события. Позвольте от имени министра культуры Красноярского края Елены Николаевны Мироненко поздравить вас и поздравить с этой замечательной выставкой. Мы очень рады, что ваше творчество теперь в таком объеме можно увидеть жителям Красноярского края, насладиться этим. Здесь ваши, мы уверены, ваши ученики, те последователи, которые будут за вами идти, ваши коллеги, которые с вами всегда. Лично я всегда вижу вас на выставках, которые организованы другими художниками, для других творцов. Поэтому видно, что вы в процессе, вы всегда участник крупных, больших выставок, вы участник межрегиональных, всероссийских выставок. Вы отмечены наградой губернатора Красноярского края. Поэтому хочется пожелать вам больших успехов в творчестве. Всего самого наилучшего, пусть гармония души позволяет вам творить во благо нашей российской культуры. Спасибо. Я уверен, что у министра культуры и у начальника главного управления культуры города Красноярска будет возможность посетить эту выставку. Она будет проходить в течение месяца.
Но я уверен, что программа, которую осуществляет наше замечательное правительство, я имею в виду закупки произведений красноярских художников для пополнения фондов музеев Красноярского края, это то уникальное явление, которое есть не в каждом регионе. И я думаю, что большинство из этих произведений достойно музейных фондов. И хочу попросить сказать несколько слов директора Красноярского художественного музея имени Василия Ивановича Сурикова, Марину Валентиновну Москалюк. Пожалуйста, Марина. Всем добрый вечер. Дамам, конечно, и предпраздничные поздравления, пожелания тепла, добра, чтобы все у всех было хорошо и благополучно. Но я слышала, тут передо мной творцы как бы вступили в такую полемику о синтезе искусств, что есть первое, что есть второе, что есть третье. И все прекрасно понимаем, что никаких рангов мы тут не расставим, да? Есть просто искусство, какое бы оно ни было, живопись, графика, декоративно-прикладное. Я думаю, все выступающие до меня, они как бы осознают, что вот это вот самое таинственное искусство, оно здесь есть. Оно здесь есть, я тоже могу долго вспоминать, еще начиная от института и до академии, когда я как раз работала, когда и Виктор, и Сергей, тогда просто Виктор и просто Сергей были в академии. И как приятно сейчас вот смотреть на художников наших, о Викторе Рогачеве я неоднократно писала, и это интересно смотреть, как художник растет, как он развивается. Вот это ведь тоже искусство, не стоять на месте в творческом процессе, и мы видим, какой он разный. Вот с тех далеких времен еще студента, потом творческие мастерские, а потом самостоятельный путь, самый сложный, когда мы знаем, многие выходят, и не всегда у них хватает силы идти вот этим своим путем. Я не буду больше ничего говорить, потому что у Виктора этой силы хватает. У нас сейчас в музее, я с большим удовольствием на тех вот закупочных комиссиях всегда выставляю максимальные баллы, чтобы работы Виктора попадали в наш музей. Когда у нас, сейчас у нас в музее идет выставка с символическим названием «Картина с сильным характером». И я знаю, это картина Сурикова «Взятие снежного городка», но сильным характером должен быть настоящий художник. Ведь вот поэтому мы от всей души, от музея дарим тебе замечательный абсолютно каталог, здесь есть произведения Третьяковской галереи, Тюменского музея, очень многих. Картина с сильным характером. Мужчине с сильным характером. Я думаю, что для всех искусствоведов, безусловно, творчество Виктора Рогачева – это отдельная страница вот в этом богатом спектре того, что имеет наша красноярская земля. И я бы хотел попросить сказать несколько слов почетного члена Российской академии художеств Худоногову Елену Юрьевну, которая его знает достаточно давно и работала рядом с ним. Елена Юрьевна, пожалуйста. Сколько мне лет? Нет, не буду рассказывать. Вопрос, а кто тогда тут не студент? Нет, это тоже закономерно, потому что как, куда ни посмотрели, везде выпускники мои. Знаете, вот сегодня такой интересный торжественный день, потому что 4 марта, все совпало. В 5 часов вечера я должна была быть на торжественном концерте губернаторском. И вот у меня была дилемма, или сюда, или туда. Я подумала, думаю, нет, я пойду поздравлю Виктора. Потому что это человек, часть жизни, которая, в общем, прожита последние 30 лет. И первый раз мы с Виктором познакомились, когда он приехал из Орла, показывал работы. Мы смотрели, думали, что поступать заново или переводиться. И, в общем, решили, что он будет все-таки поступать на графику. И очень интересный набор был, очень интересный был круг, группе ребят. Но я как-то никогда не думала, что Виктор будет заниматься живописью. Потому что, ну, вроде все время графика, графика, графика. И вдруг вот смотрю, живописец, живописец, живописец. И я не могу не согласиться с тем, что вот это вот отношение и понимание формы, композиции, пластики, языка, именно графики получают в более таком емком, что ли, развороте. И это позволяет им заниматься потом любым
видом творчества. Это может быть прикладное искусство, это может быть живопись, это может быть книга. То есть вот такая масштабность. И это сформировалось не сегодня, это еще пошло с советских времен, когда книжная графика занимала вообще уникальное, особое место, такое элитарное место. И я думаю, что вот эта традиция свободного композиционного мышления, которая формировалась еще, кстати, в Алхутымасе Фаворским, она наследуется. И каким-то странным образом она дошла и до Красноярска, может быть, через Петрова, может быть, через художников, которые учились на полиграфии, в полиграфических вузах. У нас это и Герман Сафутдинович, и Валентин Павлович Теплов. Но, во всяком случае, все впитывается. Нельзя сказать, что кто-то чего-то научил. Человек учится сам. Потому что какие бы условия идеальные ни были, но если человек не готов учиться, воспринимать, впитывать и возвращать это, ничего не будет. Поэтому я очень хочу как-то верить в то, что наши выпускники нашего института, все, что в них вкладывается, оно должно быть реализовано. И вот такой блестящий образец у нас – это Виктор, это, я бы сказала, еще очень интересное явление – это Алим Паштхан, ну, как Алим Паштов мы его знали. Потому что это одна группа, это одна группа. И они друг друга, видимо, подпитывали, потому что когда есть хотя бы одна яркая величина в группе, то оно как звезда, оно к себе все притягивает. Поэтому Виктор очень спокойный, такой сдержанный, невозмутимый, тактичный, корректный. А когда смотришь его работу, думаешь, какие же там страсти-то кипят. Посмотрите, посмотрите. Да, это так все обманчиво. На самом деле там клокочет. И я хочу, чтобы эта творческая энергия никогда не угасала, и чтобы еще дальше больше, интереснее, больше экспериментов, разной техники, разной формы. Потому что нет большего счастья для художника, чем реализация, экспериментальность и узнавание собственных возможностей. Вот это я и желаю Виктору. Я вас поздравляю и очень за вас рада. Уже традиционно сложилось. Это что-то такое уникальное. То, чего лишены большинство регионов, находящихся за Уралом. И то, что сегодня это открытие третьей выставки, конечно, тоже знаменательно. И первая выставка открылась в художественном училище имени Сурика. Вторая выставка открылась в художественном институте, посвященная столетию Глазунова. И сейчас выставка Виктора Рогачева здесь в Академии. Конечно, вот эта преемственность, это очень важно. И это очень важно в первую очередь не для, может быть, уже нас, а для тех студентов, которые учатся в училище, учатся в институте. Может, в первую очередь, конечно, это важно и полезно для тех, кто только начинает свой творческий путь. И я бы хотел попросить сказать несколько слов директора художественного училища имени Василия Ивановича Сурикова. Сергей Викторович Гурьев, пожалуйста, Сергей Викторович. Хотел бы продолжить разговор по поводу графики и живописи. Традиции сегодняшние. Потому что, когда я слушал, я невольно так пришел к выводу, что мы с вами часто наблюдаем трансформацию художников-графиков в живописцы. Ну, можно привести ряд примеров, достаточно, скажем, Николая Рыбакова и прочие художники. В обратную сторону реже бывает. Но я хочу сказать, что это говорит о чем? Это говорит о том, что настоящий художник, он действительно, как сказала Елена Юрьевна, да, может работать кем угодно, может быть, и скульптором, и живописцем, и графиком. И главное, что должно быть у человека, это художник должен обладать высоким вкусом художественным. И это, несомненно, есть, потому что на самом деле, когда смотришь живописные работы автора сегодняшнего, то понимаешь, что это настоящий художник, который обладает всеми качествами, необходимыми для большого, серьезного, зрелого художника. И, конечно, приятно, что у нас есть в городе такие люди, на которых могут равняться студенты, и студенты училища, и студенты института.
и те, кто проходит обучение в стенах Академии, потому что это действительно образец человеческий, образец художника и всего-всего самого лучшего, что должно концентрироваться в понятии художника. Поэтому я поздравляю, желаю успехов. Я надеюсь, что вы сделаете выставку у нас в училище, в нашем зале. Я думаю, это будет очень полезно и интересно для наших людей. Реализовать в любых видах изобразительного искусства. Я надеюсь, что в каком-то ближайшем обозримом будущем мы увидим работы Виктора Рогачева в декоративно-прикладном искусстве. К сожалению, он не успел попасть в замечательный альбом, который был издан. Это альбом «Мир, сотворенный руками художников». Это альбом, посвященный декоративно-прикладному искусству Красноярского края. Но у нас же есть замечательные перспективы. Может быть, это просто первый альбом. И я думаю, что изобразительное искусство Красноярского края, оно в равной степени достойно следующего альбома. Живопись Красноярского края, которая будет уходить истоками в работы Василия Ивановича Сурикова. Замечательный альбом, как я себе представляю, о графике художников Красноярского края. Хотел бы попросить сказать несколько слов как раз автора альбома, Ломанова Татьяна Михайловна. К новым свершениям. А что, у него его работы совершенно сознательно, художник честно сопоставляет с текстилем. Причем с текстилем своего народа. И это очень интересно. Вообще, я вот наблюдаю за творчеством Виктора Ивановича, и мне очень нравится его манера, его живопись. Очень нравится. Она тонкая. В живописи он график. И это несомненно. Он пришел в живопись от графики, но у него есть цвет, а самое главное, у него есть та символика, которая идет через него. То есть, мы знаем, у каждого народа есть свои символы, есть там свои традиции определенные, все это есть. Уметь это воплотить, это очень важно, но уметь это воплотить глазами современного художника, пропущенными через свое собственное настроение, через свое собственное понимание, это вообще очень важно и достаточно сложно, потому что здесь есть та грань, которую можно перейти. Или ты уходишь от разных корней и делаешь что-то новое, или ты полностью уходишь от традиции. Нет, вот он идет по этой грани и идет очень хорошо, очень умно. И вот это мне в его работах очень и очень нравится. Вообще художник талантливый и как график, и как живописец. Я думаю, мы не в последний раз чествуем Виктора Ивановича. Я думаю, что еще будет много их красивых выставок, наград и выставок очень больших. Потому что это художник, который знает, что делает, знает, куда идет. Это очень важно. Поздравляю вас и спасибо вам за ваше... Это точно? Точно, я уже придумал, что... Давай тогда микрофон. Уважаемый Виктор Иванович, я хочу тебя, во-первых, поздравить, во-вторых, хочу поздравить твою жену и хочу сказать очень важную вещь для тебя, для всей вашей семьи, поскольку мы семьями дружим. Ты знаменит не только своей культурой подачи картин, не только своей культурой общения с людьми, но и культурой ведения семейных ваших отношений. Мы с женой все время за вами наблюдаем, завидуем и берем с вас пример. Поэтому я поздравляю, кроме тебя, еще и Ирину. Спасибо большое, что ты его поддерживаешь, за то, что у вас такая дружная семья. Сын умничка, который сейчас свою дорогу ищет, находится в Новосибирске. Поздравляю тебя с выставкой. Я думаю, что эта выставка не последняя, если я буду рядом. Вот когда прямо радостное событие, я думаю, что, конечно, всем хочется сказать хотя бы там несколько слов. Уважаемые коллеги и гости, я, к сожалению, не попадаю в табель о рангах ни в графике, ни в живописце. Вот. Но я являюсь, собственно говоря, соседом и основным партнером у Виктора Ивановича по четвергам. А в четверг мы с ним ходим в баню. Виктор Иванович, поздравляю с выставкой. Надежный партнер. Борисович, пользуясь этим заведением.
замечательный случай. Хочется, во-первых, поздравить коллегу по цеху, Владимир Иванович Переятниц. У него сегодня день рождения. Повезло. Я хочу пару слов тебе сказать, Виктор Иванович, мы с ним работаем много лет. Вот. Дело в том, что родовая способность у него очень великолепна. Тоже в бане паримся вместе. Но самое основное, у нас и практик проходит вместе, и в Енисейске, там, и в Шушинском везде. То, что вот есть студент, хочу поучиться, человек постоянно работает. Вот учитесь, видите, сколько работы сделано? Это еще не все. Он еще отказался от второго зала. И еще такое же количество в Китае отправил работать. В Китае такая же выставка. Работоспособность великолепная. Я поздравляю его с выставкой прекрасной. Желаю здоровья, успехов, всяческих благ. Вообще во всем. И в жизни, и в творчестве, и в семейных отношениях. Кто-нибудь еще хочет сказать? Так уже честно. Дадим слово тогда Викторовичу, пожалуйста. Спасибо большое. Всем слышно? Ага. Спасибо большое за то, что вы здесь вот сейчас присутствуете, пришли на мою выставку. Но на самом деле, сегодня уже было сказано, что сошлось несколько событий и несколько выставок. А вот выставка в училище Максима Рыбина в институте Глазунова Михаила Федоровича. Ну, все это было приурочено, на самом деле, вот выставка Михаила Федоровича. В этот день, 4 марта, значит, я сейчас боюсь ошибиться, 93-й год, умер Петров-Камчатский Виталий Натанович, и мы решили в институте каждый год в этот день открывать выставку. Вот в данном случае Михаил Федорович Нова. И моя выставка, вот сейчас это как бы, ну, так получилось, совпало. Вот, и череда такая мероприятий. Ну, мы не будем, наверное, как бы о грустном. Все-таки впереди праздник наш, женский праздник, 8 марта. Вот я думаю, что все-таки эта выставка приурочена в большей степени женскому празднику. Вот. Мне очень это все приятно, и приятно, что вы сегодня пришли на мою выставку. И, наверное, это все ради вас, ради моих друзей, близких, зрителей. Вот. И спасибо. Я думаю, что для каждого найдется какой-то кусочек, и что будет понятно из моего творчества. Вот. Не всем, но я надеюсь, что будет что-то понятно. И сознание этого мне на самом деле приятно и очень греет. Что я сознанием этого, наверное, буду дальше что-то делать, жить. Вот. Большое спасибо вам всем. Замечательная выставка. Следом за ней будет еще не менее замечательная. Давайте поздравим еще раз автора с таким замечательным праздником, который он сделал для всех нас.